Омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова в режиме ВКС приняла участие в совещании о работе с эвакуированными из ДНР, ЛНР и Мариуполя. Она предложила создать федеральный колл-центр для обмена информацией о количестве людей в пунктах временного размещения. Екатерина Семенова подчеркнула, что у лиц, прибывших из Украины, ЛНР, ДНР и не имеющих правового статуса, возникают проблемы с плановой медицинской помощью и получением жизненно важных лекарственных препаратов. Также попросила обратить особое внимание на вопросы их трудоустройства.